Итак, все в ваших руках. Я единственное, что хочу вам сказать, что человек к молитве не приходит сразу. Если вы после лекции не начнете молиться, знайте, это не то, что вы такой человек безвольный, неправильный и несчастный. Нет, просто есть этапы определенные. Точно так же, как маленький ребенок сначала он наполняется от мамы, он ничего не делает, он только кушает и какает, и все. Больше ничего не делает в жизни. Но это этап его жизни такой. Точно так же у человека. Он сначала должен слушать лекции, слушать духовную музыку. Я помню, когда я начал этот этап моей жизни, я днями и ночами слушал духовную музыку и лекции. Я никогда не заканчивал это слушать, потому что мне надо было насытиться, я хотел наполниться. А потом приходит этап, когда тебе больше времени хочется уже самому молиться вместе со старшим, с наставником. Иногда человек способен один в памяти уже помнить старшего, и он молится сам уже. Но если вы думаете, вы сразу сможете молиться, маловероятно. Нужно сначала зарядиться силой через слушание. Человек сначала слушает, потом начинает сам что-то делать, издавать звуки. Теперь сразу возникает вопрос, а если я слушаю, моя судьба очищается, я смогу победить судьбу, просто слушая? Да. Да. Вы, когда многие люди говорят, Олег Геннадьевич, я как только на лекции пришла, походила, у меня вся жизнь изменилась. Мне стало легче жить, я начала все правильно делать. Так от чего она изменилась-то? Потому что вы напитались слушанием, вы наслушались и началась другая жизнь, получили силу определенную в жизни. Поэтому не пренебрегайте этим моментом. Если, допустим, вы чувствуете, силы кончились, это значит, что у вас нет контакта с духовным. Как люди восстанавливают контакт? Они ходят в храмы. Для чего? Для того, чтобы напитаться. Это очень трудно, понимаете? Человек всегда живет внутри своей судьбы. Судьба ставит заслонки, чтобы мы не получили счастья в жизни. Поэтому, смотрите, все вещи, которые дают человеку счастье, они труднодостижимы. Я перечисляю эти вещи. Первое. Ранний подъем. Человек не хочет рано вставать никогда. Ему хочется больше спать всегда. И именно это и не дает ему возможность побеждать судьбу. Дальше. Раннее укладывание в постель. Ну, то есть надо раньше встать, раньше лечь. Тогда человек побеждает судьбу. Нам хочется подольше побыть, бодрствовать. Спать рано, ложиться никто не хочет. Это означает, что человек лишается возможности выспаться, потому что только начиная где-то с 9-10 часов вечера, луна качественный отдых дает. А если человек позже ложится спать, то у него вот это время с контакта с Луной сокращается. Потому что когда солнце восходит в 7 утра по вашему времени, то уже отдыха не будет. Человек днем спит, а отдыха нет. Отдых дает только Луна. Солнце дает бодрость. И так далее. Человеку хочется поесть очень сильно на ночь вечером, а этого не надо делать. Это не даст здоровья и победы над судьбой. Точно так же нам не хочется идти в храм. Ну что я туда приду, я такой грешный, там все возвышенные люди. Иди, не стесняйся, знай, что тебе препятствует твоя злая судьба. Иди в храм, иди, со всей силы заставь себя. Надо ходить туда, где дают людям знания. Посещайте лекции подобные какие-то. Не обязательно вот только ведические. Найдите еще какие-то лекции, послушайте, где говорят о самосовершенствовании. Это всегда вам поможет. Человек должен ездить в святые места. Не надо в отпуск ехать на курорт. Что вы там получите? Только осквернение на этом курорте. Там все люди чем занимаются? Они просто балдеют, а это разрушает жизнь. А если вы поедете в святое место, там тоже будет природа. Много святых мест на природе. Там может быть море, тоже на святых местах бывает море. Там можно и покупаться, и позагорать, но все время вы будете молиться. И вы получите новую жизнь. А с этого места вы приедете и получите новое рождение. Вы почувствуете, как хорошо жить, понимаете? Потому что вы очистите свое существование, а не загрязните. Поэтому в отпуске не надо ездить на курорты. В отпуск надо ездить в святые места, мои хорошие.
Вы это новое рождение вы получите там. Вы почувствуете там счастье огромное. Святые места не обязательно где-то в другой стране, как некоторые думают, в 39-м царстве, в 30-м государстве. Нет, прямо здесь могут быть святые места у вас в Болгарии. Рядом, недалеко. Там, где жил святой человек, там и святое место. Он оставляет после себя силу, любой святой человек.